Добрый день, друзья! Сегодня у нас очередные покатушки, небольшим коллективом собрались. Сегодня будем покорять вершины гор. Дима уже начал пробовать маршрут потихонечку для интереса. Потом съездим, попьем с родника водички. Дима, что-то как-то опасно. Во-первых, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у него резин. Он, по-моему, даже на повышенной. Нет. На второй. Отлично, молодец, Дима. Уезжай! Смог, молодец. Нам там интересно, без разгона, именно без разгона. Мы сейчас все попробуем без разгона. Ты смотри, пока ползет. Все, потерял инерцию. Физика потянула назад. Но нет, я так полно повышенный. Бесполезно. Понижно врубил, копает. Ты смотри, зайдет. Красавчик. Штурмует. Родная резина. 195-я. Без каких-либо примочек. Грунт немножко сырой. Туман был, но и дожичек немножко было. Давай, спускайся, Дим. Так, Дима на моем автомобиле поедет. Давай, спускайся. Реально страшно, вот реально, если страшно. Так, у меня, а в принципе мы еще никто не травились. Дифференциал Диме сказал, чтобы он не блокировал. Так как у меня дифференциал, извиняюсь. Раздатку говорю, чтобы не блокировал. Отлично. Молодец. На пониженной. Раздатку не блокируем. Ну, тут вообще легко. Ага. Вот к чему я и говорю, что не стало хватать мне резины. Во-первых, грунт, как видите, сыпучий, или травиться в моем случае нужно, потому что резина стоит у меня Матадор из Арда и уже немножко она, конечно, подстерлась. Так, сейчас, я думаю, вторая пониженная, я думаю. Да, на второй пониженной, видите, все нормально. Ветер, вы не представляете. Так, смотрим. Ма, красавчик. Красавчик. Управляй мечтой. Тут должна электроника вытаскивать, конечно. Да, отрабатывает хорошо. Да. Ой-ой-ой! Не смогла я. Ну а ты пробуй ее! У тебя двигатель какой, Арсентий? По-моему, 3 литра дизель. Ты сейчас на электронике ехал? Сейчас был, нет, сейчас перейти хочу. А, хочешь на электронику перейти? Сейчас на пониженную и на ползти режим. Учился ползучий режим, он сейчас тупо на электронике ездит. Типа на электронике. Да. Ну да. Хорошо набирает. Ползучий режим. Интересный режим. Да? Смотри. Вообще как красавчик. А, все, смотри. Все. Ага. Интересная тема.
Но она пониженной все равно, да, едет? Ну все, выйдет, выйдет. Отлично. Ну и переходишь, она пищит, что все равно включена. Сейчас буду ловить моменты под нагрузкой, когда она там разъединится, что-то там должно с ней произойти. У нас обычный дифференциал также, фиг выключить. Да. А да? Здесь должна быть, здесь электроника же должна быть. Какая разница? Но. Ну там такие же не актуаторы стоят, да. Электромоторчики. Да. Просто они не работают для этой, ну в смысле, ну, в обычной жизни. Монтировочка постучать, ну как всегда, что там. Ну что, Toyota управляй мечтой? Да, да. Вас. Так, приехали мы на родник Горюн. Не, может. Да не должно, говорит. Расскажу немножко про свой автомобиль, последние свои переделки. Как помните, редуктор с 80% самоблоком новый мне пришел, который я установил недавно. Вот буквально это второй выезд на нем. Коэффициент блокирования намного выше тот, который у меня стоял. Тот я заказывал 7 килограмм преднатяга, здесь максимально 10. Что я заметил, что даже при, когда разворачиваешься, самоблок щелкает, то есть коэффициент блокирования намного выше. Катался я по диагонали на этом автомобиле, тоже срабатывает и вытаскивает автомобиль. Я еще установил, сейчас не знаю, видно будет, нет, нет, уже не видно, установил газомасляные амортизаторы. Так, сзади я установил Monro, здесь я установил Каябы, тоже видео есть, где мы рассказывали, почему мы так сделали. Лекала вообще отличные, Nano Coverik RF называется сайт, я делал у местного производителя, разница неба и земля, вот эти коврики прям вообще идеально подходят. Что еще нового? Так, ну установил я новые фары вестоновские, тоже видео у меня есть на канале, и светодиодные лампы, граница четкая, проверял на стенде, свет намного лучше стал. Нашли мы немножко грязи, первый у нас пробует седан, пробуем потихонечку прокатнуться. Здесь ходят коровки. Ну, давайте посмотрим. Ой-ой-ой. Бесполезно. Да, пробовать надо здесь, наверное, ходами. Мы просто попробовали специально потихоньку, чтобы посмотреть вообще обстановку, что там. Сам себя вытаскивает, видите? Будем пробовать ходами сейчас. Не прошло. Молодец! Видите, как у вас прошел? Водой затягивает. Не прошла. Не фартануло, братан, не фартануло! Водопадик.
посмотрим. Короче, первая пониженная, говорю, потихонечку. Не блокируемся. Поехали, поехали, потихонечку. Потихонечку. Давай, 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 давай. Так, стоп, стоп, стоп. Смотри. Вот, прямо, видишь? Так, где лучше? Да. Стоп. Короче, сейчас. Нет. Включай вторую пониженную. А, газ в пол, прямо разгазовывай. И туда вылетай, понял? А если там яма? Не, нет ямы. Все, давай, сын. Прям газу, газу, разгазовывай. Давай. Газу, газу, давай, дави, дави, дави. Нет, что-то не получилось, не фартануло. Так, не получается у нас. Не доехали метра, у нас два не получилось. Обидно, досадно. Ну что, надо дергать, дергать. Все, поехали, поехали. Стоп, 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 стоп. Так, готов? Поехали, поехали, поехали. Стоп, 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 стоп. Еще рывок. Поехали, поехали. Газу, газу, газу. Все, поехали. Пробуем, вторая пониженная. Говорю, газу, дави, 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 говорю, газу. Газу! Вот газ бросил. Ну, что делать, как говорится, дети учатся, да? Чуть-чуть не хватило. Ну, а так, молочек. Че, пытаюсь дойти до сына. Ой, бля, я не знаю, не дойду я, наверное, утону. Ё-моё. Газу. Газу, газ. Молодчик. Молодец он, молодец. Как так? Как так? Резина крутая. Я весь грязный. Да. Не фартануло. Сейчас проезжаем. Вот на таком автотранспорте. Родная резина, 195-я, коротыш, без блокировок. Дави, 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 дави. Давай, давай, рулем туда-сюда. Давай, давай, ползет вроде. Нет. Ну все равно, а назад чуть попробуй. Чуть-чуть. Стоп. Давай вперед. Стоп. Давай назад попробуй. Нет. Вперед. Ну все. Тогда ждем. Еда нас сейчас вытащит. Да у нас тут приличненько. Ну что, сейчас нас цепанул, тоже вытащит. Поехали потихоньку. Помогай. Все. Отлично. Управляй мечтой едет. Так вот, молотик. Ну что, ребят, как видели, сын у меня не на опыте, но все равно смог проехать, как он говорит, что страшно, говорит, ноги, говорит, трясутся. Вот. Не хватило абсолютно нам полметра, да, в целом, проехать. Вот. Ну, машина, конечно, грязная все. Но мы для этого и приехали, чтобы покататься, получить положительные эмоции. Сейчас мы с вами едем на песчаный карьер.
сказать про амортизаторы. Амортизаторы Хаяба и Монро. По полевой дороге, вот сейчас мы прокатнулись, да, наш автомобиль намного устойчивее. По кочкам проходит. Сумасшедший подъем, песчаный подъем, тут-то песок. Как-то я заезжал сюда летом, сейчас вот просто посмотреть интересно будет. Вон дети поднимают сюда, ну очень тяжело, это реально тяжело. Ну что, Дима, давайте посмотрим, Дима. Во-первых, очень страшно, и вниз катиться очень страшно. Погнали, смотрим. Ха-ха, Дима, красавчик! Итак, патриот у нас. Ну нет, разгона нету. Все. Даже до половины не доехал. Со второй, наверное. Да, повеселее пошел. Так, прошел. Давай дальше. Все, не хватило. Не хватило. А буквально-то чуть-чуть осталось. Вот это самое сложное место. Вот до сюда доезжаешь. Вот. А спускаться... Я думаю, им страшно. Третья попытка. Разгон. Не хватило. Опять не хватило. Ну нет, он на первый. Не знаю, мне кажется, не пойдет. Все, зарылся. Даже до половины не доехал. Отличный разгон, хороший разгон. Что здесь? Переключаться резко. И опять нет. Да ладно, молодец! О, патриот зашел. Красавчик. На передачу. С третьей начал, переключился на середину, на вторую. Скорость не терял при этом. Здесь на первую и рулем. Подработал рулем. Да. Да. Ну а первый раз и что, почему? А первый я пытался, то сперва на первой передаче, он зарывается, у меня сразу на середине зарывается. Да. Со второй передачи доходит вот до сюда, почти на пик. Угу. И все, ему не хватает мотора. Угу. Переключаться начинаешь, он опять здесь зарывается. Угу. Вот поэтому и проблема. Не вот только на первой понежной, все. Вот, а здесь третья, вторая и первая. Ну я понял. Ну смотри, больше желающих у нас нет, Toyota у нас не хотят. Так что пока у нас две Нивы и УАЗ. Молодцы. Ну что, ребята, заехал УАЗ у нас не с первой попытки. Сейчас мы будем спускаться по другой траектории. Вот так вот включим. Фух, на улице у нас холодно, сколько у нас градусов-то? Но это 15 показывает, потому что машина стояла, двигатель горячий. Где-то плюс 5, наверное, плюс 3 у нас. Так.
Здесь вот песок прям. Вот здесь вот, я не знаю, мы сможем спуститься, нет? Нет. А? Судя как прошла Нива белая. Нет, а где мы будем спускаться? А вот это... Сейчас. Безопасно. Потому что... Вон там. Ой-ой-ой. Так, там есть спуск? Нет. А? Есть спуск. Фу. Вторая. Все, притормаживаем. Сейчас хотим показать вам, как с кабины. С УАЗ Патриота. Как ты заезжал, Федан? Третья. Ну, мы сейчас так же будем пробовать, да? Ну, как, можем мы и по-другому какому-нибудь. Нет, ну, давай, надо заехать. Ну, давай, знаешь, как попробуем? Давай, как? Мне вот не хватало мотора на пике со второй. Может, с разгоном сейчас отсюда с горочки взять? Со второй стороны? Да, и попробуем. А там переключимся. Ну, потому что на Неве я в отсечку иду. А там все равно надо переключаться. Просто давай попробуем вот так. Давай. Такого же у нас эксперимента не было. Все, пробуем. Погнали. Ах, ебало, мало. Вах, елы-палы. Надо переключаться, давай. Рулем, работай. Нет, не хватило чуть-чуть сюда. Ну что, будем заканчивать, да? Видос, наверное. Все, поедем по домам. Всем участникам большое спасибо. Вот, все автомобили показали себя супер, просто супер. Независимо от марки автомобиля. Ну, в основном здесь решает моральная проходимость водителя, я бы сказал, больше, наверное, так. Все, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте, будьте здоровы, всем пока. Хочу дополнить видео. Есть у меня видео про новые фары, которые я установил. Весон и лампочки светодиодные. Вот в реалии можно посмотреть, как они сейчас светят. Вот это вот сейчас реально на ближнем свете мы едем. То есть дорога освещает, вот мы по грунтовке идем, неплохо. Хотя земля сырая. А это я включаю балочку 120 ватт. И вообще у меня отличный свет. We'll be right back.